Так. Ладно. Экспресс стоит. Это тоже... Опа! Торняк. Орехово. И Волга в натуре встала. Так бы она уже давно уехала. Что-то случилось. Сейчас опять будут опоздания. Либо сбили кого-то, либо какой-то мудин стоп-кран нажал. Вот, да, и Волга стоит. А там следом уже должна идти еще одна. Она, кажется, стоит где-то там. А, жарко. Отойди. Так, надеюсь, контролеров не будет. А то что-то билет стоит, капец. Сколько там, 34 рубля? Одна тарифная зона, было 33. Ну такое все. Типа 102 рубля, ну блин, туда-обратно 204. Что-то как-то многовато. Поэтому в сторону Золотого за 0 рублей. Так, что-то там идет. Вроде как похоже на Иволгу. То есть в сторону... В сторону области похоже тоже какие-то неполадочки. Хотя там виднеется следующее. А, бля. Ох уж эти задержки. Ну да, получается 1:48, 1:43. То есть 1:47, 1:42. То есть на, вот это на 5 минут опаздывает, значит, моя тоже на 5 минут.
Эх, жалко, что не до Галутына идет. Одиннадцатая Волга. Ну, надеюсь, что где-то там она идет. Пока непонятно. О, дверь опять не работает. Ну, ёпта, просто пиздец. Так, туча ебаная, блядь. Сука. В целом, в хвосте должно быть не так много людей. Блядь, тучи напрягают. Тянется тоже. Все как-то медленно идут. Тоже, бля, похоже, встала нахер. Угу, стоит. Не успел я доехать до Золотого. Еще даже и волку сесть не успел. Стоит. Пиздец какой-то. А там следом вроде как Виноградовская. Ну хоть поехала. Это уже радует. Здание 20 минут. Подожди-ка. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Фаустова. Оп. Так. Ну, короче, да, очко полное. Так, это получается, ну, 46 против где-то 18 минут. О, экспресс стоит. Из-за той же... Опа! Какие-то уроды на зацепе. Конечно, да, опоздание такое, приличное, на 30 минут. Вот, в обратную сторону елки до сих пор стоят ноги. Даже интересно, чё как, во сколько чё поедет вообще. Мы писали, что 2 часа в сторону Москвы движения не будет. Те, которые от Раменского, они еще могут уехать. Те, которые как по экспрессным путям идут. А те, которые по обычному, пизда им нахуй. Потому что они не смогут никак поехать. А от Зоны, это подавно трындец. Переодевалочка есть.
следующее купание будет уже в Саратове 1 июля. Там как раз плюс 30-31 будет. А что завтра, скорее всего, до Выхина поеду, там гулять буду. Потом в субботу работаю, в воскресенье работаю, и в воскресенье уже выезжаю. А 1 июля уже снова купаться. Так что нормас. Скоро снова. Буду в Волге купаться. В целом, я думаю, да. Приехать, закинуть сумки в хостел и пойти купаться. Чё зря время терять. До двух покупаться, прийти в хостел отдохнуть. И потом гулять. Там, не знаю, опять купаться наверняка можно будет пойти. Первый день посвятить чисто купанию. Второй, третий, четвертый день уже гулять просто. Ну ладно. Первый день и четвертый день. Первый и третий день можно покупаться. Когда я еще потом в Волге покупаюсь в Саратове. И оттуда уже поеду обратно. Потому что, ну, это вообще пиздец. Я никак вообще не уеду. Ближайшая элка, которая была бы, там, не знаю, на Золотово в 19.05. Сейчас только 6 часов. Ждать 2 часа, ну это вообще залет. Вот поэтому еду сейчас до Воскресенска хотя бы. Либо до Песков. Потому что хотя бы и там элка какая-нибудь точно становится. Вот Рязанка пропускает шиферная москворецкая цимгигант. Только в обратном порядке. Цимгигант москворецкую шиферную. Она где-то, да, в 19.28 на Песках. Я где-то буду там, где ближе к 7, наверное. Мне хоть как-то надо телефон зарядить. Купание вышло с приключением. Такого еще не было. Ну, как бы бывали моменты, что там обрыв проводов и все такое, но чтобы сам расцеп электрона, такого еще не было. Уже третий дальняк. Веселуха. Дорога с приключением. Скоро вернусь. Thank you.
88 километр на подходе. В целом 35 минут ехать, получается 35, 18:54 приеду, где-то вроде как. Следую до станции Пески, там выйду и поеду уже обратно на Рязаночке, ну хоть как-то. Как раз немножко телефон подзарядится, не знаю, хотя бы процентов до 10. Следующая остановка Шиферная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Шиферная. Столько долго ждать не придется. Немного сниму сейчас. В общем, да, удалось успеть на обратную елку. Если бы я сейчас вышел на Песках, то я бы просрал бы вот эту электричку. Да. Можно сказать, я спасен. Елка норм. Зарядка есть. Thank you.
какая-то короткая. Станция Радуга без остановки. Сейчас будут Бронницы, следующая Раменская, Фабричная и Есенинская. Совхоз. Мимо.